Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. В этот раз связана тоже с камерой Nikon Z30. А более конкретно уже видите, она в полной боевой готовности. А именно надета на нее клетка Small Rig. И то же самое ручка и также ветрозащита. Все это поставляется компанией Small Rig. И также у нас есть Powerbank, который был на моем канале Юни, который планировалось использовать вместе с этой камерой. Но для того, чтобы использовать Powerbank, в этом случае вам понадобится какое-то крепежное устройство. Но производитель аксессуаров к камерам Small Rig поставляет и данный аксессуар в различных вариациях исполнения. Ну и один из них предоставлен вашему вниманию. Пришло это все достаточно быстро, где-то в течение максимум трех недель до меня. Ну и что из себя представляет данная упаковка? Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Давайте смотреть. Вот в таком виде предоставляется. Здесь стандартный их слоган. Есть пломбы. Дальше английский, китайский, что здесь находится внутри. То есть здесь есть два винта, есть этот ключик и сам Powerbank. Есть штрих-коды, кому нужно, обращаю ваше внимание. Снизу ничего, сверху пломба. И давайте смотреть, что у нас находится внутри. Это давайте вскроем пломбу. Так зачем она здесь, непонятно. У клетки приходила без этих пломб, а здесь решили отличиться и сделать ее. Но еще и не достается. А вот, получилось. Так, внутри ничего нету. Есть только подложка и ключик. Давайте это все обратно. Уберем. Вот такой вот Small Rig пришел. И внутри есть стандартный ключик. Шестигранный, обычный. Который понадобится для того, чтобы вкручивать вам вот эти заявленные винты. Они уже здесь установлены. Шестигранничек обычный. Ну и он в пакетике поставляется. И вот такой вот у нас держатель пауэрбанков здесь присутствует. Причем этот держатель универсальный. Ну, здесь хорошо, что есть фиксация такого плана. Можно установить, но здесь вот крышка на магнитах, чтобы она никуда не делась. Тут хорошо все это дело захватывает у вас этот держатель и надежно у себя ее держит. Так, мы пока достанем, потому что будем еще устанавливать на камеру. Причем может даже и такой вариант пауэрбанка позволяет. Ну, наверное, на экране вы видите характеристики, которые я обычно вставляю. Для каких размеров предназначен данный держатель. Ну да, можно и такой пауэрбанк установить и зафиксировать. Тоже, кстати, есть на моем канале, все желающие могут посмотреть. До сих пор функционирует. Ну, компания Ugreen представлена. Так, по идее, можно было, конечно, все это зафиксировать при помощи вот держателя для смартфона, который у меня поставлялся с автоматической головой Zifon. Вот. Но здесь конструкция, ну, вроде как надежная. Вот этот закрепляет. А этот, ну, здесь вот таким моментом. Ну, чтобы не выполнять колхоз, раз производитель клетки и аксессуаров оборудования для камер поставляет, то и будем использовать данный держатель. И давайте сейчас мы это все дело установим. Итак, давайте установим наше устройство на клетку. Ну, я пока установлю в данном варианте. Это не обязательно, что мой окончательный вариант. Ввиду того, что здесь отверстий много, каждый может найти свой вариант установки, где ему удобно, где это все дело не мешается. Ну, вот единственное, на ручке нельзя установить. Ну, если у вас нету какого-то устройства для холодного башмака. Вот. Ну, я вот пока установлю сюда, чтобы у меня был доступ к камере. Имеется в виду к основным кнопкам. Можно ее и ниже установить. Все зависит от того, где у вас присутствует отверстие для установочных винтов держателя пауэрбанка. Можно понадежнее зафиксировать.
запустил эту конструкцию. Дальше установить, как вам необходимо, пауэрбанк. Зафиксировать его. Ну, 99% у нас зарядки есть. Дальше берем стандартную пустышку, которая была на моем канале. Устанавливаем в гнездо. Вот. И когда я выбирал пустышку и демонстрировал ее, я сказал, что есть один отрицательный момент, а именно отсутствует спиральность вашего кабеля. Ну и в результате пришлось вот на такой ремешок. Ну и как что, можно вот так вот таким способом разместить на пауэрбанке данный ремешок. И давайте смотреть. Откроем для этого объектив. Включим камеру. Ну и опять у вас все функционирует. Можно осуществлять съемку ваших объектов. И теперь у вас здесь, ввиду того, что установлены аккумуляторы по 4800 мАч емкости, а их две штуки, то есть 9600 у вас есть мАч. Практически, ну, где-то 8 раз с лишним, чтобы осуществлять съемку. При этом пауэрбанк размещается на камере, а именно не на камере, а на клетке Small Rig, и позволяет успешно производить те или иные манипуляции, которые вам необходимы для того, чтобы включить, запустить и так далее камеру. Вот такой вот держатель Small Rig для пауэрбанков. Итак, я вам продемонстрировал держатель для пауэрбанков Small Rig, который универсальный и предназначен для установки на различные клетки, для того, чтобы от пауэрбанка питать вашу камеру для фото-видеосъемки, достаточно продолжительной и безмятежной. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил об универсальном держателе пауэрбанков Small Rig. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.